еду в рыбхоз за карпом для зарыбления пруда. Думаю, все сегодня должно получиться. Там уже по месту посмотрим, что продают. Так, по телефону сказали, что есть, будут продавать всего 2 дня. Вот, так что куплю, и сегодня пруд будет зарыблен карпом. Здесь мелкий карп, там крупнее. Давай-ка мы посмотрим, какой он мелкий. Что-то не видно ничего. Тут ничего нету, Сереж, тебя обманули. Одна вода. Да. Рыбную. Может, руку туда пихнуть? Вода. Представляете, какой у них стресс? Конечно, столько весом. 50 километров. А, так вон там какие-то пузом кверху вроде уже. 100 километров ее. Нет, ничего, они сейчас отрывают. Собирать его несложно. Там просто крышку сверху положить. Там крышка сама тяжелая. А тут кто? Щуки? Это тоже ребята. Ты их подписал, Сереж? Нет, щуки. Каждого. А ты прям эту воду можешь? Тоже взять. Воду. Тоже воду привезли. Тоже воду в эту наливать можешь с нее. Сейчас, в эту. Я хочу, я тебе хочу посолить сразу. Посолить? Да. Сразу соленые были. Без ножика никак не взял. Да? Ножик это, блин, что-то оно все расстегивается-то. Там буду навидеть. Тут аккуратно. Хочешь, поди одень там какие-нибудь эти калоши? Вот, вот. Вот там сверху резину, стоят. Резину, да, позавязывали, чтоб... Или резину так надрежь. Подходит? В новый мир. Добро пожаловать. Все? Кто всплывет, того мне жарить уже. Я думаю, они все, они там приживутся. Не, вон какие-то... Окуней даже напихали, блин. Смотри. Дохлых. Все. Вот он. Окуней. Вот он. Кто? Еще. Окунь? Да, окунь. Окуней мне и так. Вот он, еще красный окунь. Видишь, они сказали, что это смесь. Фильтрация. Вот он еще. Вон, смотри, сколько кошки. Твоя пойдет? Да чуть-чуть там. Во какой, смотри, зеркальный карп. Ну, пускай в тельцем, да, вылетит немножко, ничего страшного. Это вот по типу годовики. Такие уже в магазине, по-моему, продают. Это им от соли, видишь, как начинает это. Там тоже кто-то гуляет, малёк там. Гуляет. А тут в море даже судак начал шевелиться. Что-то у нас сегодня такое движение. Видишь, Сереж, ты приехал и снимаешь? Прям... Конечно. Конечно. Ну как все, же. Давай сюда. Будем их промывать от соли. И сушить. И сушить, да. Это будет как корышко. Снеток. И снеток. Свет говорит, они у тебя все там эти цветы съедят. Слышь? Не только цветы. Растения все съедят. Углубят тебе пруд туда на пару метров. Выкопают, да. Вон, туда. Где мелко?
по метр много. Ты рыбу фотографируешь не задницу. Ты можешь рыбу отсюда тогда? Не, там цветы. Вперед, коммуна. Найдут дорогу? Мы должны. О, дрын-дрын-дрын. Сразу глубину найдут. Вон, вон, встали, стоят. Тик-тик-тик. Ан, пошли тут чуть-чуть дальше. Что-то этот затих. Надо его толкнуть. О, смотри, прям попер. Большой такой? Да. Эй, давай. Ну-ка. Все с мелководья. Вроде все, ушли. Красавец. Главное их потом подловить. Ну что, вот сколько он? Да? 300 грамм. Запускай. Он сказал 450-500. Ну, наверное. Ну, такого уже больше уже. Такого можно прям уже на сковородку. Наверное, на 600 был. А этот вон раненый тоже? Ну, сильно раненых может в бочку пока. Посмотреть, как они сейчас на карантин. Где он там этот был-то? Да, или тазик, не знаю. Где он? Как-то сильно раненых не хочется сразу. Вот. Ванную его запусти. Ванную можно запустить. Давай, вот сюда. Вот он, да. Пускай здесь. Вон, видишь? Пускай. Пускай его пока сюда. Ой, хвост какой-то ободранный. Наверное, он еще надо воды. У тебя, конечно, рыбалка здесь лучше.